Да, я у себя нашла совершенно замечательный образец нарцисса, вот, Шусяна, у Ишанского, очень гармоничный, то есть вот прям сделанный очень-очень аккуратненько, все вот ровно настолько, насколько, мне кажется, нужно было сделать, чтобы показать чай наилучшим образом. То есть он и проферментирован, и прогрет, прям, ну, просто замечательно. Вот, заваривать я буду вот в таком чайничке, в такой вот кружечке маленькой такой. Вот. Я не могу сказать, что этот чайник самый идеальный для заваривания у ишанских улунов, потому что у него очень маленькое горлышко, небольшое совсем горлышко. Но, тем не менее, я с ним обычно никаких проблем не имею, и ишанцы в нем у меня получаются очень и очень хорошо. Так, Саша заваривает в кружке. А что в кружке? Саша, ты пропал, тебя не слышно. Я микрофон отключил. Забыл, да. Как всегда. А какой чай у тебя? Сейчас я прочитаю, у меня там написано. Что написано? Дзинсянь, шуйсянь. Ага. Ишанский улун. Цинсян, наверное. Цинсян, шуйсян, да? Цинсян, да. Цинсян. Ага, да. Ну, то есть такой светлый, светлый, слабого прогреба, слабой ферментации, скорее всего, вот. Ну, насчет светлого не знаю, просто мое знакомство с улунами начиналось с тагуанини, ага. Поэтому я бы не сказал, что он светлый. А, ну, относительно тагуанини, конечно, он темный, безусловно, да. Тут ты совершенно прав. По сравнению с тахумпао, да, он чуть-чуть посветлее. Посветлее, вот. По прожаристость у него чувствуется, но тоже намного меньше. Угу. Очень приятный на вкус, есть ароматы приятные, не знаю даже, как их описать. Они такие, как бы, вот прожаристость чуть посильнее, а ароматы чуть послабее. Но они там чуть-чуть шоколадного, чуть-чуть ягодного. Достаточно крупный лист, когда раскрылся. Первый пролив был вообще очень ароматным, но поскольку я завариваю на работе, то первый пролив у меня был 20 минут, поэтому второй пролив, он как бы уже весь выдохся. Понятно. Ну что ж, и так тоже бывает. Денис, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Так, Олег, что у тебя, что именно и в чем именно ты завариваешь? А также я хочу поздороваться с замечательными твоими вот этими вот собратьями, которые тут на первом плане. Я их узнала. Да, я буду сегодня из дома вещаю, будь Вики приехал пораньше. Ага. Вот, буду заваривать в таком вот чайничке. Ага, угу. Вот. Отличный чайничек. Чайничек, в общем-то, абсолютно простецкий, ну вот, он выполняет свою функцию. Вот, и у меня, вот я не знаю, у меня на выбор есть шуйсян. Угу. Если ты помнишь, в свое время в Даочае продавался. Это же цинпин, это же светлый шуйсян. Это светлый шуйсян, да. Да. Это вот, ну, зато шуйсян. А еще у меня есть дахунпао. Ага. Ну, на самом деле, ты можешь заварить... Прочим, ага, он причем от непростой, а он, насколько я помню, от семьи Вэй, по-моему, они называются, те, которые как бы считаются прародителями вот этого вот дахунпао. Ага, понятно. Ну, такая как бы... к этому чаю, да, но тем не менее. И вот я не знаю, что мне из них заварить. На самом деле ты можешь заваривать и тот, и другой, потому что если ты завариваешь дахунпао, то мы как бы с тобой идем по линии теруара, да, то есть уишанский ну, чай, да, да? Вот. А если... Шишань там, по идее, тоже как бы заложится, да, в бленде? Да,
уже сейчас используется частенько в Дахунпао, уже используется. То есть чисто теоретически можно было бы там сказать... Там же, по-моему, что Сянь, Жоу и Байдоу, да? Нет, смотри, если мы говорим о кустах Дахунпао, то там Цидань, да. Байдоу и Цюэше. Вот. Сейчас Байдоу, Цюэше и Цидань – это такие, в общем-то, настолько редко встречающиеся сорта. У меня все зависло. Завис немножко, да. Вот, настолько редко, в общем-то, в Уишане встречающиеся сорта, что они чаще идут либо под своим именем, либо просто под именем Дахунпао, но без всякого даже и купажирования. Вот. А купажи последнее время, ну, они могут делаться из чего угодно, если делается Дахунпао, да? Но, в принципе, чаще всего, наверное, все равно используют шусян и жугуй. Так что чисто теоретически мы вполне можем использовать, сегодня заваривать и дахунпао тоже. Так, пока у нас Олег что-то никак не перезагрузится, и Саша тоже не перезагрузится сейчас. Денис, похвастайтесь, что у вас сегодня, какой чай, в чем вы будете... Я тут просто звук отключу. Я все вижу и слышу. Хорошо. Так, Денис, какой у вас чай? У меня шусянь, собственно, осени 2020-го. Угу. Мне обещали средний прогрев. Угу. Ну, судя по всему, действительно средний. Лист много поломанного, к сожалению. Ну, равномерный, боюсь, такой это... темно-темно-коричневый цвет. Темно-темный. Угу. Ну, по крайней мере, при моем освещении сейчас такой достаточно темный. На запах в сухом виде солод, изюм и легкая-легкая жарененка. Замечательно. Прекрасный. Ну, то есть я бы даже сказала, что, наверное, средний прогрев и, может быть, чуть-чуть больше в сторону сильного, да, то есть если вот такие ароматы. Потому что вот у меня тоже, во всяком случае, он пришел ко мне под названием Джунхо Шусян, то есть в средний прогрев, и у него больше нот даже, пожалуй, сладкоцветочных каких-то. То есть, да, конечно, прогрев чувствуется, безусловно, но вот он больше в какую-то такую нежную цветочность. Вот тут такой тоже достаточно сладкий, но более плотный. Uh-huh. Что-то из сухофруктов, изюм, вот отчетливо. Uh-huh. Очень интересно, очень интересно, очень здорово. Да, привет еще раз. Ты просто отключался куда-то. Я рассказывала, я прям отвалился в этот момент. Да, значит, ну, бог с ним, с Дахунпао, да? Я что хочу сказать, что на самом деле ты можешь заваривать, конечно, и Джанпин Шуйсян, то есть светлый шуйсян, потому что, ну, он тоже этого же сорта, тоже шуйсян, скажем так. Что ты выбираешь? Темненький или светленький? Я не знаю, а все уже рассказали, что будут заваривать? Ну, у нас у всех шуйсяны. Вот. Ну, я могу уже даже выпил. Я могу еще покопаться у себя в шкафчике. Ну, давай. Хороший шкафчик. Хороший, да, там чувствуется хороший шкафчик, можно покопаться и чего-нибудь найти интересного еще, кроме того, что есть. Хотя и эти образцы на самом деле тоже очень и очень интересные, я приблизительно представляю их. А пока Олег ищет, я тогда скажу вот что. Вот Олег сейчас как раз поднял очень интересный вопрос, что у него есть шуйсян, но не из Уишани, который вот мы сейчас, например, да, все завариваем, и Саша, и Денис, а с юга провинции Фуцзянь, из Джанпина, да, и это шуйсян, сделанный со светлым, совсем зеленым листочком и совершенно по-другому скрученный, я бы даже сказала, сложенный, да, потому что он сложенный в такой квадратный такой конвертик, если можно так выразиться. Я тоже пробовала
такой шейсиан, и он мне очень нравится. Он потрясающий. Я думаю, может быть, как-нибудь удастся и на чайной встрече еще потом его подзаваривать. Вот. А, дело в том, что сорт шуйсян очень-очень распространен хорошо в Китае и очень широко используется для производства чая. Сейчас уже, конечно, сложно сказать, откуда и в какую сторону он распространился, но предполагают, что шел он как бы слегка со стороны, возможно, даже Гуандуна, да, вот по югу, до юга Фуцзяни, и потом постепенно распространялся на север Фуцзяни. Потому что у нас с вами все самые известные гуандунские улуны, данцуны, это на самом деле тоже разновидности как раз феникс шуйсяна, то есть как раз вот нарцисса. На юге провинции Фуцзянь, соответственно, делают свой собственный светлый вариант этого чая, и на севере провинции Фуцзянь свой вариант этого чая. И если мы говорим об Уишане, то для Уишани шуйсян, несмотря на его большое-большое распространение в этих местах и использование, не является родным чаем, да, то есть вот мы с вами когда пробовали жоугуй, мы об этом говорили, что жоугуй изначально считалось, что куст нашли прямо вот в живописном районе. Ой, прошу прощения, тут хвосты. Очень большие. Вот шуйсян нашли в другом районе. Сейчас, секунду. Вот, это тоже провинция Фуцзянь, но другой уезд, уезд чуть южнее Уишани, уезд Цзяньнань, вот в селе Сяоху есть даже такая пещера Джусянь, которая считается как раз, что там и нашли этот сорт. И, собственно, название самого сорта шуйсян очень часто говорят, что оно произошло от названия этой пещеры, просто на местном диалекте произносится очень похоже, и кусту, который там нашли, дали название шуйсян. Немного мне сложно вот точно сказать, когда же его нашли и когда его начали использовать в Уишане, но вроде бы вот по источникам где-то в середине 19 века обнаружили этот куст, а уже в начале 20-го начали его, собственно, и использовать в том числе в Уишане. Вот. Сейчас куст шуйсяна выращивают в живописном районе Уишани значительно меньше, чем вокруг него, если так можно сказать. Да? То есть вот вокруг пейзажного района, ну вот тех самых утесов, да, которые, да, вот утесный чай, там внутри выращивают шуйсян, но это скорее исключение, а не правило. Да? И так называемый джиньян, то есть настоящий утесный шуйсян, он есть, он существует, его вполне можно найти и попить, но его значительно-значительно меньше, чем чая, который был выращен вокруг, то есть во всех прилежащих вот районах, где этого шуйсяна очень-очень-очень много. И надо сказать, что сорт настолько удачный, что он и там получается хорошо. Он все равно ароматный, он все равно вкусный. Возможно, он не будет держать так много проливов, как джиньян шуйсян, но тем не менее покажет себя исключительно положительно. Это я по поводу того, что минцуны, знаменитые кусты, которые, ну вот, как бы, которые были найдены в пейзажном районе, которых вот очень мало, они редкие, да, очень часто бывает так, что когда они выращиваются в живописном районе, внутри, они действительно божественно хороши. Но стоит их вывести за пределы и посадить там, они теряют очень многие из своих вкусоароматических своих таких интересных качеств. А шуйсян в этом отношении
очень хорош. Вот. Ну и кроме того, шисян вообще выращивается на севере Фудзяни, насколько я поняла, достаточно широко, потому что из него сейчас, например, делают очень удачный белый чай. Вот, северо-фудзянский. Еще какие-то варианты вполне. Мы далеко не все с вами знаем о том, что из каких кустов какой чай делается, да, и с каждым годом информация об этом становится все больше, и она все более интересна. Поэтому я не удивлюсь, если шисян при всех его отличных таких положительных качествах используется значительно более широко, чем мы можем себе представить. У него есть очень положительное свойство, да, за что он очень любим крестьянами. Он очень легко пересаживается, за ним очень легко ухаживать. Так даже, что иногда говорят ленивый шисян, ну, в том смысле, что крестьянину нужно значительно меньше усилий, чтобы из этого куста получить хороший урожай и хороший чай. Вот, такой небольшой вот вам рассказ о шисяне. Олег, что ты выбрал в результате? Ты выбрал Юля, светлый? Секундочку, я сейчас на вас переключаюсь. Олег, так, подожди минуточку. Да, Саша. Я могу только вот показать чайное дно, которое у меня получилось. Давай, да. Угу. Видно? Еще чуть-чуть. Вот ага, там. Вот еще чуть ниже. О. Ну, такой себе зелененький листочек. Ну да, зелененький, поломанный и большой. И большой, да. Крупненький, но ломанный. Угу. И я, наверное, отключаюсь, потому что у нас рабочий день закончился, меня выгоняют. Понятно. Ну, хорошо, я хорошо потом у тебя записи вечер. Посмотрю. Всем всего хорошего. Пока. Давай. Все, счастливо, пока. Хорошего удачи. Вечера. Пока. Пока. Так, Олег, значит, ты выбрал... Да. Я Фудзянский выбрал. Да. Южно-Фудзянский. Да. Отлично. Как он? Ну, пока еще не залил, пахнет прекрасно. Ага. Просто мне, например, уйшанские улуны иногда очень нравится слушать вот в теплом чайнике, потому что у них вдруг проявляются там какие-то интересные нотки, которые, кстати, потом могут и не раскрыться в чае, бывает такое. А у него как? Какой? Он нежный или наоборот плотный? Нет, он довольно нежный, очень сладкий аромат цветочный, но не могу сказать, какой цветок. Ну, пахнет вот, ну, шуйсянем пахнет. Шуйсянем пахнет, это просто, хорошо. Я уже припился к нему немножко, да, я его отличаю. Ну, он так какой-то вот, может быть, нарцисс или что-то, вот какие-то такие нотки в аромате. Ну, на самом деле, по поводу названия, да, то есть вот есть один вариант, что название... Ага, так, Фёдор, привет. Привет. Есть вариант, что название произошло от названия пещеры Джусян, да, но также есть и вариант, что название произошло именно от того, что аромат этого чая чем-то напоминает аромат цветка, какого-то там специфического нарцисса, я прошу прощения, все время забываю, как называется именно этот конкретный нарцисс, вот. И название это переводится как «цветок водного бессмертного» или «водный бессмертный», да, то есть если вы читаете про этот чай на русском языке, то можете встретить и название «нарцисс», и название «водный бессмертный», это все об одном и том же. Вот. Так, Фёдор, скажите, вы завариваете. Я хочу сказать, что да, вот, наверное, все-таки название довольно не зря дали такое. Наверное, вот. Да. То есть, как бы в аромате чувствуется. Сегодня завариваю не шуйсян, к сожалению, не нашлось его под рукой. Вот, я завариваю уйшаньский улун. Ага, какой? Очень интересный. Это байжуйсян, то есть вот аромат волчьягодника вроде, но собран из кустов басянь, то есть который вот даньцун басянь есть. Вот, что-то очень, очень странно, это очень странно, ни разу так не сталкивалась вот с этим. Ну вот мы это тоже, просто два разных. Мы удивились, да, то, что как бы, как это такое, но вот агитация, ну то есть это аннотация была именно такая. То, что это вот байсян, байжуйсян, вот уй.
что мне что-то это... есть у меня как-то подозрение, что что-то там было перепутано, потому что перепутано, разные сорта совершенно. Возможно, да. Ну, неважно. Это такой загадочный чай, как в прошлый загадочный раз. Загадочный чай, отлично. Загадочный желтый-зеленый, в этот раз загадочный такой. Все понятно. Хорошо, Федор, давайте заваривайте и будете рассказывать, что у вас получилось. Да, Олег, по поводу аромата мы, да, говорили? Да. Вот на самом деле я очень часто сталкиваюсь, Илона, добрый вечер, я очень часто сталкиваюсь с тем, что говорят, что у ишаньского шуйсяна плотный вкус, а аромат как-то вот идет на втором плане, да, но сколько я не пробовала хороших качественных шуйсянов, вот у ишаньских, мне всегда казалось, что они наоборот, выделяются именно своим ароматом. Он у них может быть более нежный, может быть чуть более плотный, но тем не менее совершенно выдающийся и такой очаровательный. А вот вкус по-разному. Частенько он, наоборот, скорее такой более минеральный, что ли, даже вот бывает так. Вот, Олег, что скажешь? У тебя как вот случалось? Но не могу сказать, что в общем, могу сказать про сейчас, да, сейчас вот он, говорить о минеральности, наверное, можно, но при этом нет солености такой, а наоборот, такое сладкое, даже не послевкусие, а именно в процессе питья. Вкус сладкий именно, да, вкус сладкий? Именно сладкий, вкусовая нотка. Угу. Денис, а у вас как получилось? У меня получилось страшно. Почему? Дым. Много дыма и угля. Вот как. Я просто от первого пролива в ужасе. Но я как бы промывочку не делал. Угу. Я его так вот сразу выпил. Шероховатость по горлу, вот это вот что-то пережженное. Честно, с первого пролива я испугался. Второй пролив оказался немножко помягче, но вот эта вот шероховатость все равно никуда не ушла. И, собственно, запах был тоже очень дымный. Но вот сейчас, когда горячий пар из него ушел, то в Гайване аромат все-таки из-за дыма появляется вот что-то сладкое, цветочно-сухофруктовое, но все равно... Что-то уж очень много угля. Кажется, меня обманули с средним прогревом. Вот-вот, я об этом и говорю, что, по-моему, это все-таки прогрев не средний, а чуть повыше. Ну, ничего, посмотрим, как он дальше. Иногда бывает, что немножечко смывается, да, и потом проявляется лучше. Илона, добрый вечер. Да, добрый вечер, чтобы я... Забыла, что сегодня вторник. Сегодня вторник, да. Скажите, что вы завариваете? А у меня вот как раз у меня вопрос. Значит, ну это шуйсян, да? Но это же дахунпао получается, да? Это для меня открытие. А, ну, шуйсян, он оттуда же, откуда и дахунпао, да. То есть уишаньский. Но это не одно и то же, дахунпао и... Ну, шуйсян. Не совсем, да, не совсем одно и то же. Потому что мне сказали, что все вот эти вот уишаньские улуны, что это вот все они дахунпао. Ага, да, есть такая тенденция последних лет, совершенно верно, подтверждаю, есть такая тенденция последних лет, причем идет она от китайцев, от самих уишаньцев, скажем так. Значит, у них есть, так сказать, самый модный, самый раскрученный бренд, да, дахунпао. И под лозунгом «Дахунпао наше все» они все чаи свои, да, в общем-то, стремятся представить именно под именем «Дахунпао», потому что, ну, как бы мысль работает таким образом, что вот «Дахунпао» все знают, а все остальное никто ничего не знает, да, и чтобы... лучше продать чай, давайте все это просто назовем «Дахунпао» и не будем мучить людей этими 800 с лишним сортов, в общем, чая там в Ишане есть, да, и эти 800 с лишним сортов, конечно, никто толком до конца не знает, вот, и они считают, что нечего придумывать, давайте все назовем просто «Дахунпао». И вслед за ними,
у нас, и в чайных магазинах, и в интернет-магазинах я частенько, ну вот, слышу и сталкиваюсь с тем, что, например, приходит человек, говорит, что он хочет купить, ну, у нас немножко по-другому идет, он говорит, что хочет купить, например, Дахунпао, да, и ему говорят, ну, есть Дахунпао, и вот эти все остальные, они тоже, в общем-то, Дахунпао. И дальше он уже выбирает, как бы, среди большого количества сортов, вот. Так что, да, есть такая тенденция, что все уишаньские улуны постепенно начинают приводиться к Дахунпао. Даже не могу сказать, хорошо это или нет, наверное, все-таки не очень, потому что там действительно очень много интересных сортов, которые заслуживают собственного внимания. Ну вот со мной как раз второй вот этот случай, потому что я попросила, ну это вот я на ВДНХ у Лени, там парень у него, он смотрит твои встречи потом в записи. Я попросила вот этот вот шуйсянь, думаю, ну что-то вот новое попробовать. Он мне говорит, нет, это Дахунпао, у меня такое было разочарование. Я говорю, тогда мне поменьше, я, потому что не фанат Дахунпао. Ну, все-таки мне кажется, что... Я была разочарована, что это все Дахунпао. Ну, нет, они на самом деле скорее будут... Шуйсян, Жугуй, Цилань, еще какие-то сорта, а их будут представлять вот как Дахунпао. Что-то мы сегодня прям подвисаем немножечко. Так, Федор, каким у вас получился чай? Загадочный. Интересный, загадочный. Я чувствую, вот сейчас уже второй продукт, но первый, вот, который обычно сливают, не сливают, но я так вот свежий всего лишь попробовал. Первый был такой какой-то легкий, ягодный, непонятный. Сейчас вот второй делаю, вот по аромату. Он очень интересный, он имеет ягодный, ну, то есть и ягодный аромат, и аромат, вы знаете, такого мокрого дерева. А вот древесина, которая ну, вот хорошая, там, мед сандала, или, ну, вот такое вот ощущение такого мокрого дерева приятного. Понятно. Немножко только плохо слышно вас. Если будет плохо возможность слышно. Чуть погромче, то было бы хорошо. Так, ну, замечательно, замечательно. Значит, теперь смотрите, мы с вами сегодня вот говорили с Денисом, да, говорили о том, что прогрев. Вот у меня Шуйсян Джунхо, то есть средний прогрев. И у Дениса тоже был объявлен как Джунхо, но явно он был прогрет побольше, да? То есть если говорить об уишаньских улунах, то они еще могут отличаться именно степенью прогрева. И на самом деле последнее время, в принципе, больше тяготеют к более, возможно, светлым вариантам, с одной стороны, а с другой стороны, я довольно часто встречаю именно вот такие какие-то прям перегретые, пережаренные почти до угольков варианты чая. Вот. Но есть еще и разница по степени ферментации. Мы ее почти с вами не можем увидеть за прогревом. Дело в том, что темный цвет чаинок, да, он же получается именно из-за хунпэя, из-за прогрева. Если мы посмотрим на чайный лист уишаньского улуна до того, как его хунпэили, он очень зеленый. Ну, он более зеленый или менее зеленый, но он все равно зеленый. Вот. Он может быть темно-зеленый с пятнами, там, да, вот такой вот, но он на самом деле зеленый. Черный цвет приобретается уже в результате, в общем-то, прогрева. Но тем не менее, разница в ферментации тоже есть. И хотя очень редко, но иногда мы можем встретить в названии уишаньских улунов отражение вот именно этой степени ферментации. Я просто как-то никогда особо не обращала ваше внимание на это, но почему-то, не знаю, в этот раз решила как раз обратить внимание, потому что
мне несколько раз вот попалось прям подряд, попались именно уишаньские улуны с обозначением именно степени ферментации. Я подумала, может быть, вам будет интересно узнать, как это называется. Так, сейчас мы покажем. Вот, смотрите. Цаосян – это травянистый аромат, да, это самая слабая ферментация, то есть лист совсем-совсем зеленый. Хуасян – это цветочный аромат, то есть чуть побольше, это вот те самые нежные цветочные нотки. Гуасян – фруктовый аромат. Вот вполне возможно, что вот эти ноты, не знаю, финика или изюма, да, вот как раз появляются вот при такой вот ферментации. Карамельный или сахарный, да, тансян, это еще более плотно ферментированный. И самая плотная ферментация, древесный аромат, мусян, не знаю, я даже не уверена, что я его встречала. Во всяком случае, в названии не встречала ни разу. А вот цаосян, хуасян, гуасян, в названии уишаньских улунов встретить можно достаточно часто. Вот. И это обозначение именно степени ферментации. Хотя, ну, чаще всего сейчас идут по наиболее легкому пути и просто говорят, что цинсян или нунсян, да, то есть посветлее, потемнее, так приблизительно. Это термины, которые обозначают в общей сложности и ферментацию, и прогрев. Ну, что-то такое вот приблизительно. Вот, примерно так. Так, Илона, рассказывайте, какой у вас получился ваш дахунпао? Ну, он такой ароматный, очень мне нравится. Немножко вот с ментолом. У нас что-то такое вот холодящее. Ну, очень приятный такой вкус. Я вот, ну, я что-то сейчас все так в попыхах, торопясь. Почему-то мне кажется, ну, это потому, что он так выглядит, он прям такой черноугольный сам и матовый. Потому что вот почему-то, может быть, это действительно вкус вот этой прожарки. Как-то возможно. Ну, вот. Ну, может быть, немножко цветочные какие-то здесь. Пока не пойму. Но очень такой легкий и такой нежный. Приятный. Нежный, да? Угу. Скажите, а как холодные ароматы? Вот. У лунов ведь очень интересны еще холодные ароматы. Какие они у вас в чашечках? Вот у Дениса. Олег убежал. Что-что? Ой, да, я прибежал. Я хотела спросить по поводу холодных ароматов. Как? Какие они? Вот ну, у меня они точно такие же цветочные. И но у меня тоже цветочные. И у меня тоже вот именно такой четко цветочный, очень изящный, я бы даже сказала, аромат. Да, вот я согласна, именно изящный, такой какой-то очень интересный, приятный. Утонченный. И при этом я вот не чувствую какой-то вот прям явно выраженный какой-то вот, чтобы я сказала, какой это цветок. Вот общее какой-то такой очень приятный. Да, пожалуй. Даже у самой вот этой сухой заварки в пакетике очень приятный аромат. Так, Денис, а у вас как? Какой аромат? У такого сильно прогретого чая, какой он получился, холодный аромат? Ближе к фруктам. Фрукты. Да, такие подсушенные. Все еще есть достаточно влажности и сладости. То есть не прям сухофрукт такой суровый и не свежий, а вот что-то между. Хорошо. Федор, а у вас? Ну, вот ты упоминала про финики. Вот, возможно, вот финики просто пили в холодном аромате. Вот такой вот ягодно-финиковый. Ягодно-финиковый. Вот, да, горячий, он был у него такое вот сладкое, мокрое дерево. А здесь он такой ягодно-финиковый. Вот, вот. Я поэтому специально обращаю ваше внимание на холодные ароматы, что они могут быть другие, не такие, как аромат настоя или аромат сухой заварки.
Я так, могу сказать... Алло. Да-да. Я хочу сказать, что вот у меня проступила такая нотка сейчас, вот посильнее остыла кружка, пиалка. Такая нота ириска. То есть это какая-то такая вот молочно-карамельная. Здорово. Так, я так понимаю, мы с вами все-таки не успеем уложиться в одну конференцию, так что если она прерывается, тогда давайте перезайдем и там еще, ну, может быть, там минуточек 10 еще пообщаемся. Я хотела еще по поводу Шуйсяна обратить ваше внимание вот на что. В Уишане не очень много старых кустов, но вот старые кусты шуйсяна там действительно есть. Сейчас они вообще растения шуйсяна относятся к так называемому сяоцяому, то есть маленькое дерево, ну такое полудеревце, полукустик, да? Вот, но когда он вырастает, он действительно, ну видно, что да, похож на деревце. Это так называемые высокая нога, когда от земли до первых веток все-таки есть такое, ну, чувствительное расстояние. Вот. И изначально шуйсян считалось, что он может вырастать метров до 5. То есть там на севере Фудзяни есть места, где растут совсем-совсем старые деревья шуйсяны, и они вот метров до 5 могут вырастать. А в Уишане таких старых кустов нет, и таких высоких кустов нет, но где-то в районе 3 метров есть довольно много. Настолько много, что с них вполне собирают чай, и вполне делают чай, и вполне его можно попробовать. Вот, он будет называться Лао Цун, то есть со старых кустов. Сейчас я вам его покажу. Вот, Лао Цун Шуйсян.